Сегодня свой день рождения отмечает митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. В день своего 84-летия он принял поздравления от главы республики Михаила Игнатьева. В резиденции митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы глава Чувашии преподнес архипастырю букет цветов и подарочное здание «Московский Кремль», отметив, что церковь и государство пребывают в добром соработничестве друг с другом. Михаил Игнатьев рассказал митрополиту об итогах прошедшего года и заверил, что руководство республики приложит все усилия для улучшения качества жизни людей региона. В свою очередь, митрополит поблагодарил Михаила Игнатьева за поздравления и выразил надежду, что правительство республики и дальше будет нести свое служение на благо людей Чувашии. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика.